Блогер Андрей Петров выложил ролик, на котором он глумится и надсмеивается над событиями, которые произошли 11 мая в 175-й школе Казани. У него в Инстаграм аудитории больше 1 миллиона человек. Больше всего поражает, что после публикации им этого ролика от него почти никто не отписался. То есть вот такая тема. Я читаю новость. Оказывается, в Казани ученик убил 9 учеников. Там какой-то теракт. И, короче, я соболезную погибшим. Семьям погибших. Что там обычно говорят, когда соболезную? Короче, это реально плохо. Я оставлю дизлайк на это. В общем, не делайте так. Вот, что я хотел сказать. Уже все пишут мраз, чего улыбаешься, мраз. Ребят, просто сами вот для себя ответьте на вопрос, что лучше, вот такая искренность, когда я откровенно говорю, что мне либо как Оля Бузова стоять с минуты молчания и говорить «соболезную». Вот, и в следующий момент просто продавать свою же страну. Вот, сами решите для себя, что лучше. Ну, если вот мне Что я могу поделать? Я очень эмпатичный человек, но в некоторых моментах нет. Если честно, когда новости сейчас читал, я думал, что-то серьезнее произошло. Может, у меня поэтому такая реакция. То есть это скажу так, ребят, что цените меня за то, что я имею смелость говорить правду. А все, кто сегодня не постят никакие сторис, никак это не комментируют, имейте в виду, что им всем они такого же мнения, как и я. Просто наше с ними отличие в том, что я имею смелость эту правду сказать. Вот и все. Дети погибли, придурок. Ну, я тоже чей-то ребенок. Я тоже вчера погиб после 2 рюмок текилы. Но я воскрес. Если вы верующий человек, то вы знаете, что эти дети попали в рай. Понимаете? Ты что, не верующий? Ты что, в Бога не веришь? Ладно, ребят, больше не буду вас триггерить, мне сейчас на ноготочки ехать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе событий.